Ребята, я, конечно, дико извиняюсь. Но это чудо ведь надо продать. А в большинстве случаев, с моим личным опытом, это говно надо продать. Да потому что реальных машин, которые бы мне хотелось приобрести, в руле попробовать не приходилось. Я на них ездил. А все остальное — это попытки продать очередное творение. Очередное творение появилось в 2005-м. Из Opel Astra поколения H в серединке производства решили сделать подобие спортивного хэтчбека. Честно, ни хрена хорошего не получилось. Честно, захотелось попробовать Opel Astra поколения G в версии V8, купе, DTM. Там ставился весьма скромный V8, 4-литровый, 500-сильный. И на этом двигле порвали гонку в Нюрнберге. Либо просто захотелось смотаться в Бразилию и попробовать тоже V8, но 5,7 литра на спирту. Да потому что хоть утурбируй машину, ощущение объема получить невозможно. Тут нужен именно крутящий момент, который позволяет автомобилю ехать всегда. А так, 2 литра, ну турбо, ну Экотек, Z20 LEH, ну 240 лошадей, ну 320 ньютонов на метр. И честно, визжалка на старте, не более того. Дело в том, что даже Skyline рано или поздно поставили 3.6 V6 и Twin Turbo, и это получился GTR, в который ничего добавлять не надо. Кстати, если уж нужен чистый подрыв, то дизеля предпочтительнее. Теперь только субъективно. Дизайн – это огромный вопрос. Все поколение H явно не мое. Странный гибрид из морды Renault и никакой задницы. Я такую машину никогда не куплю, и пусть диски 18, и пусть сиденье Рикара, и пусть трапециевидная сиська из жопы, ситуацию не спасает даже шестиступка. Машина не моя, и это однозначно. В общем, тот, кто искал себе отрыв, не брал ОПС. Их продано мало, и россиянин предпочитает ту же GM-овскую Subaru VRX, и даже STI продано в 3 раза больше. Другое дело новое Astra поколение J. Зашибатый дизайн и новая ОПС, доступная в 2012 году с двигателем 2 литра турбо, с непосредственным впрыском топлива, с 276 кобылами и крутящим моментом в 400 ньютонов на 19-х дисках, с нормальной панелью со скоростью до сотни в 6 секунд, с дифференциалом повышенного трения и контролируемой подвеской. Но одно только но. Когда наши дебилы включат транспортный налог в стоимость бензина? Потому как мы привыкли в семье иметь не один автомобиль, а машина выходного дня, а именно таков ОБС. Транспортным налогом за 10 лет сожрет себя сам.